ужасно. Да все, не смотри. И вот, может, там, не знаю, руками там пошаманить, может быть, еще что-то попробуем. Сейчас, короче, поищем разные такие фазы и поймем вообще. Фу, какая гадость. Сердце Тарасова, понимаешь? Марго, давай сделаем прямо от и до трек, хорошо? Пропоем липсинг. Смеюсь с ним по поводу и без повода, влюбляюсь, и бежать уже поздно, походу. Возьми мое сердце, эй, опять мурашки по коже, держи. Какая королева, такой трек. Спасибо. А вдруг актеру не понравится сердце, что будем делать? Он упадет в обморок, потеряет сознание, и что мы будем делать? Возьмем его сердце. И положим туда. Соглашусь. Давай посмотрим в капюшоне, как ты будешь выглядеть. Прекрасно, как же я могу еще выглядеть? Вау, мне нравится. Красиво очень, да? Вот это хорошо. Можно прям еще его, да, такая красная шапочка. Всем привет, садомаза какая-то начинается. Арчи, Артур, продюсер. Дмитрий, можно? Мы с тобой заочно знакомы. Да. А можно снять колечко, пожалуйста? Конечно, все, разводите меня сразу. Нет. Я так и знаю. На самом-то деле, просто нужны минимальные взаимодействия. Так близко прям? Ну да. Нам надо с вами поискать это взаимодействие, правильно? Никто же не говорит вам целоваться, там, трогать. Но как-то вот, ну, хочется быть друг с другом. Ну, типа, условно, я вот референсы. Она вас не задушит? Она меня душит, но ничего страшного. Как это в парках советов так, либо с. Да, вот именно так они и планировали снимать, просто, на самом деле. Не снимай, блин. Как Нурлан Сабуров показывает, вырезай. Мне сказали, играть нельзя, нужно жить. Вот так. А мне сказали, нужно играть. Жить нельзя. Да, можешь прям придушить, да. Приготовились? Не, ну она космическая, слушай. Живем, музыку можно для атмосферы. Да, хорошо, можно за талию, Дим, можно за талию, да. И 3, 2, отъезд. Верно, он первый, кому я не в силах сказать пока. Я как из сказки снежная королева, но этот мальчик похоже и есть мой кайф. По поводу и без повода. Каждые 30 дней месседж, ну как ты? Каждые 5 я зачем-то. Здравствуйте. Так. Я Шарик Колобок. Мне сказали, что красиво. Мы идем с Дмитрием в кровать. Бах, ты какая кровать! Я пришла, а Дмитрия нет. Ну ничего, думаю, он подоспеет. Я думаю, босиком бомба. Правильно, но для кадра надо по-другому. Плюхнусь и буду лежать, и все. Да, мы просто лежим, а из нас бабочки летают. Чего мы творим, вообще не понимаю. Ой, боже, что происходит? Красиво. Я вообще, зачем я на это подписался? Много ногой, те штук сегодня еще походу. Как съемка проходит? Восхитительно. На самом деле, я правда не читала сценарий, я не знала, что будет кровать. Я супер ответственный артист, я доверяю своим продюсерам, но здесь красиво. Каким продюсерам? Я вообще не доверяю, потому что у меня перчатки являются. Ну, Дмитрий, вы уже обожглись, видимо, а я пока еще нет, поэтому я доверяю своим продюсерам. Я так и знала, что я займу всю кровать. Вот так. Ух, пресса-то нет у меня в данный момент. Ой, голова закружилась, я уже вся кувыркаюсь в этой кровати уже. Куда, вот так? Вот туда головой, говорю, туда. Смотри, вот она к подушке просто. Я тут как колобок катаюсь уже по этой кровати. Я просто, вот так, лягу, говорите. А зачем меня выгоняют с кровати, я не понимаю, блядь. Что, мешал кому-то, блядь? Я тебе говорю, вот у тебя моя ошибка в жизни, я никогда не читаю сценарий. Я просто доверяю людям, мне говорят, да ничего такого, ты просто, блядь. Ты правда не читал тоже? Клянусь. В двух словах объяснить, что будет. Съемка там, что-то. Сабуров, блядь. Лучше вот так, да? Ну все, я спрятался. Спать лег. Можешь уже перестать снимать. Приготовились. Свет, силуэт.
Все это начинаем, дым подзаполняем. Камера идет, ребята, камера идет, настроение, пожалуйста. И да, камера наезжает. Сторонам, да, счастливый, прям рассматриваем на место. Во, да, да, класс! Я ворю. Я понял, после я буду внутри. Дима боится тебя в нокаут. Хорошо. Типа, да, рассматриваем все это дело. Опять ты здесь. Ты мне... Давайте, давай. Хочешь рубрику вопросов? Реальный вопрос. Я в твоем клипе, да, ты пригласил, и я все время в перчатках. Это в чем прикол? А вот объясни. Потому что у меня что, страшные ногти? Мистер Фриз и Суперсмейки. Мистер Фриз? Это меня фоткал? А, вот этот, который по льду. Можешь за меня все сделать? Я уеду. Вот сюда, нет, на щеке больше. Вы же с этой штукой? Ага. Вот тут, а потом еще вот тут. И еще немножко здесь. А потом вот там вот. Да, и все. Хорошо, как идешь. Красиво. Бля, красавец Джонни Депп. Да, я остановился. А мне настолько все нравится, что даже не могу ничего говорить. Вообще все классно. Такая, знаешь, домашняя атмосфера, прикольно, все общаются. Режиссер очень крутой, мы с ним, кстати, заочно знакомы были. И оператор, который меня сейчас снимает, тоже очень крутой, который дальше едет со мной отмечать наше сегодняшнее завершение съемки клипа. Едешь со мной? Все, красава. Бросай камеру, бросай всех, поехали. Что-то пошло не по плану, наверное, он первый, кому я не в силах. Я как из сказки «Снежная королева», но этот мальчик похоже и есть мой кайф. Смеюсь с ним по поводу и без повода, влюбляюсь и бежать уже поздно, походу возьми мое сердце. Стоп, хорошо, мне кажется, супер. Ладно, любовь была. Давай еще разочек сделаем, Дим. Я колдую, чтобы Дима не шел домой. Так нечестно, почему я остаюсь? Дима, мы сейчас тиктоки идем. Господа, пока все. Давай сначала вот это тык-тык. Зачем мне со... Вот это. Ой, это сложно. Раз 15 не попадал в этот дейт. Я серьезно говорю. Да ладно, ты главное красиво улыбайся. И пиджак тоже. Спасибо тебе. Удачи. На связи. Спасибо. Кайфово все. Ну он живой, по крайней мере. Я занимаюсь интертейментом на этой площадке. Да. И у нас еще красивый есть вот такой парень красивый. Джонни Депп. Джонни Депп. Давид замер и начали как единый механизм. Стоп. Хорошо. И на него, да, да, Марго, на него смотри, ага. Да, 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 да. Да, да, да.